У нас что, еще одна кошечка завелась? Мяу, 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 мяу. Кошечка, как тебя зовут? Мяу. 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 Кошечка Элиф? Мяу, мяу, мяу. И что у тебя такое есть, кошечка? Мяу. Кошечка играется с мышкой. Мяу. Мяу, мяу, мяу. Кошечка не играется с мышкой. Телевизор смотрит. Так, мышка крутится, и кошечка должна эту мышку поймать. Но у нас только Элиф ловит кошечку, потому что Алина мышку ловить совсем не хочет. Алина, может быть, хватит уже отдыхать? Может быть, ты пойдешь мышку поймаешь? Я телевизор смотрю. А ты телевизор смотришь. Алина, а если у нас дома и правда мышка заведется, кто ее поймает? Объясни мне, пожалуйста, кто у нас кошка? Никто. Ты или Элиф? Конечно, тебе так хорошо, отлично. Но все-таки и мышечку надо тоже поймать. Вот посмотри, что Элиф делает. Элиф наблюдает за мышкой, как кошка. Она сидит на охоте, выжидает, выжидает. Ну, Элиф сидит, она мышку выжидает. А вот Алина куда-то ушла. Сейчас мышка будет пробегать. И кошка должна мышку поймать, вот как Элиф, да. Но наша кошка, вот наша кошка где. Алиночка, ты куда? А сейчас на диван запрыгнем, все. Вот вся твоя работа кошачья, да? Спать на диване. Правильно, Алина, зачем работать, мышей ловить? Все равно, скажи, будете меня кормить. Ну, все отлично, я работать не буду. Вам мыши нужны, ставьте мышеловки. Ах, Алина, ах, мы тебе такую игрушку купили. Алина, какую игрушку мы тебе купили, красивую. Вот Элиф как нравится. Еще Элиф тебе, смотри, какой ошейничек для кошек купила. Ну, какая прелесть, с колокольчиком. Элиф очень хочет тебе одеть. Ну, у Алины точно шок, она убегает от нас. Она при слове ошейник и колокольчик решила куда-то удрать. Классный выбор, Элифка, очень красиво. Я вот думала, Алине пошел такой цвет. Но мы ей сегодня поменяли ошейничек от паразитов, там от блох, от клещей, вот кусочек остался, поэтому хватит на нее сегодня ошейников. Это поводок. И поводок мы для нее тоже купили, но вот как-то не получилось у нас с поводком. Алина от нас теперь убегает. Кошка телевизор смотрит. Кошка смотрит телевизор. Мультик, как бегает мышка. Ну ладно, Алина не хочет играться, или будет играть. О, Алина, ты вернулась? Здрасте. Добрый вечер. Нет, Алина все-таки уходит. Ну и хорошо, Алина, иди, мы сами будем играть со твоими игрушками. Да, пёсик убежал. Пока-пока, подписывайся на наш канал, а я буду телевизор смотреть. Пока-пока. Смотрите, как телевизор смотрит кошка.